С вами программа «Жизнь в призвании», и это разговор о жизни. Если у вас есть вопросы, вы хотите найти себя, кто вы есть, как вообще можно определиться с этим вопросом, какие, может быть, самому себе задавать вехи, какие-то задачи, наводящие фокусы, вы можете соотнести свою историю жизни с историей наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в гостях делятся своей историей, своим пониманием вообще, что для них призвание, что такое становление в жизни. Кирилл и Полина Косовы, они руководители театра сотворения в Санкт-Петербурге, но я думаю, что не только, правильно, вы гастролируете, вы активно выступаете на разных площадках. И действительно, кому, как не творческим людям, задать такой вопрос: что такое призвание для вас? Полина Косова – актриса, режиссер, сценарист и руководитель театра сотворения. С отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, актерский курс Светланы Крючковой и Романа Громадского. В 2002 году прошла курс пантомимы Тодда Фарли. Кирилл Косов – актер театра и кино, окончил Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов. С 2003 по 2009 год – актер театра-студии под руководством Светланы Крючковой. Кирилл и Полина вместе с театром сотворения много выступают на различных площадках Петербурга и России, имеют богатый опыт участия в благотворительных акциях и мероприятиях. Когда я только-только стала, ну, наверное, каждый, наверное, с детства думает о том, что кем я хочу быть, что я хочу делать. И у меня никогда не было такого четкого вопроса, кем я хочу быть. У меня были какие-то интересы, может быть, этим, может быть, этим, может быть, этим. И даже уже закончив 11 класс, не знаю, я настолько находилась в каком-то в общественном мнении, что там все там хотят быть, не знаю, юристами, экономистами, там еще кем-то. Но в то время все хотели, можно было быть только либо юристом, либо экономистом. Это сейчас там блогеры, стилисты, но новые профессии все хотят быть. Вроде так легко и много денег. Вот, так вот, и как я насколько какого-то в плену общественного мнения, что я даже не думала, что и семья у меня такая обычная, там, мама там работала в детском саду, папа там электрик, и что-то такое вот из разряда вон выходящее, заниматься творчеством, быть актрисой, там, то, я думаю, мне даже в голову не приходило, вот, что я могу это сделать. И даже поступив на экономический, я проучилась год, и однажды летом совершенно случайно мои глаза упали на заметку в газете, вот просто случайно, о наборе в театральный. И у меня не то что ёкнуло, меня просто пробило молнией, что я должна это попробовать. У меня всегда внутри меня была эта мечта, эта мысль, эта идея. Если я просто хотя бы не попробую, я просто не смогу дальше жить. Я поняла, что этот шаг, который я могу развернуть всю свою жизнь, я готова прямо сейчас ее развернуть вот просто задом наперед или наоборот, но я должна это сделать. И совершенно будучи какой-то не готовой, там что-то, хотя я всегда обожала поэзию, да, на вступительные экзамены всегда нужны стихи там, и так далее, басня, проза. Я обожала поэзию, всегда вообще открыта была ко всей литературе и так далее, я была начитанная. Но все равно я не была готова к этим экзаменам. И, конечно, я пролетела. Но настолько во мне я поняла, что я должна это сделать. И я стала готовиться на следующий год. И уже на следующий год я поступила. И для всей моей семьи никому не сказала, во-первых. Я бросила университет и забрала все документы. И это было просто... Никто полгода не знал, что я это сделала. Потому что для меня это просто стало, ну, я поняла, что я не могу дальше жить, и это никого не касается. Хотя мне стыдно было перед родителями, вот, что я им это не сказала. Я очень стыдилась, очень переживала на эту тему, но я вот так развернула, вот. И я поняла, что я просто не могу без этого жить. Это то, что я должна сделать, это я. И когда у меня начались большие проблемы в театральном, и я хотела бросать, я рыдала каждый день, наверное, несколько месяцев подряд. Я говорила: Господи, что мне делать? И тогда у меня внутри прозвучал вопрос. И я не могла найти ответ. Вот я просто не могла бросать, продолжать. Может, это вообще не мое и так далее. И спустя несколько месяцев я услышала такой ответ.
а кем ты хочешь тогда быть, если не актрисой, не режиссером, кем? Я такая просто, никем. И такой Бог говорит, ну все, расслабься, что ты так переживаешь, как бы. Все, расслабься. И это я просто поняла, что несмотря на какие-то трудности, там, проблемы, которые у меня были, в итоге я закончила с красным дипломом. И в итоге я до сих пор в профессии. Много актеров заканчивают театральный, по той или иной причине уходят из профессии. Тем не менее, я в профессии, я люблю эту работу, эту профессию, это дело жизни. Ну, вот как-то так это все началось. Быть актрисой, там, режиссером, да, вот сейчас ты руководитель, один из руководителей театра, это именно призвание. То есть это не профессия, хотя профессиональные навыки у тебя есть, но это именно призвание. Да, вообще творчество – это мое призвание. То есть, потому что я не могу вообще своей жизни представить без творчества, без музыки, без живописи, без картин. Я смотрю какую-то картину, я придумываю спектакль какой-то или сценарий, я слушаю музыку, у меня рождаются какие-то сцены из спектакля. То есть я вообще не могу себе представить, это я, вот я, это я есть. По-другому в своей жизни я не могу представить, что я могла бы. Хотя у меня есть несколько хобби, и даже некоторые хобби я монетизировала, и я даже на них зарабатываю. Вот. Но я не могу себе представить без творчества свою жизнь, потому что это я, вот, самое себя вот, я не могу представить без этого. Кирилл, а у тебя как? Ну, если говорить о том, как все начиналось, конечно, тоже длинная история и тоже, наверное, всякие разные перипетии, но если вот именно о призвании говорить, то я... Это лично мой опыт, это лично как бы мое мнение. Все равно я считаю, что призвание — это то, что приносит тебе колоссальное удовлетворение от того, когда ты это делаешь. Вот если это есть, то вот это твое призвание. Ну, то есть, потому что люди, например, часто там вынуждены заниматься тем, что приносит им там доход, скажем, или еще что-то. Но они это терпеть не могут. И они остаются в этом только из страха. Потому что он, как бы, он на самом деле может быть, не знаю, мог бы быть, не знаю, каким-то другим вообще человеком и заниматься другими вещами. Но страхи, как я оставлю это сейчас, там, и так далее, столько времени пройдено, как начинать, а так много трудностей впереди и так далее. Поэтому, конечно, круче всего определяться в молодости, потому что ты вообще практически ничего не боишься. Я всегда отвечал себе на вопрос, кто я. Я всегда понимал, что я актер. Я работал на разных работах. Я был официантом, я был метродотелем, я был рекламным агентом, я что только не делал, что только не таскал, что только не передвигал, не перевозил таксистом, массу всего. Но я всегда понимал, я актер. И не то, что это вот, знаете, с такой вот с болью в сердце, со слезой, вот, я актер. Нет, просто я актер. Я понимаю, что это все эти вещи временные. То есть я все равно занимаюсь тем, что... А что для тебя актерство? Это вот маски, это возможность прожить что-то? Это возможность, что это? Это возможность рассказывать людям истории, смыслы, делиться своим сердцем, то, что есть у тебя внутри. Вот, то есть бывают такие моменты, когда тебе настолько необходимо рассказать то, что у тебя внутри, поделиться, и ты понимаешь, что это, ну... Это стоит того, чтобы рассказать это дело? Да, то, что это то, что не просто, ну, что-то полезное даст человеку или еще, но это как-то его обогатит, это где-то вызовет у него улыбку, где-то смех, где-то возможность задуматься, подумать, но это будет то, что будет трогать струны его души, и вот это самое важное, то есть... Ты не можешь не играть. Если ты музыкант, ты не можешь не играть. Тебя радует то, что это, по идее, позитивная энергия, что это не то, чтобы там вот человек после этого как-то так у него вот собьются вот ориентиры. Именно опять-таки вот этот вот момент есть. Опять же говорю, это вот мой опыт, это мой взгляд на это. Есть другие актеры, да, конечно, наверное, с другими задачами. Конечно, да, быть. У них есть, там, не знаю, ну, на самом деле, то, что у тебя внутри, то ты и выносишь, вот и все. Возможно, просто формирование меня просто еще как ребенка, когда я вот рос, и вот что, какие мои взаимоотношения были там в школе, в детском саду, там, с людьми. Мне все время хотелось с людьми делиться позитивом, потому что я, наверное, и сам в себя хотел получать позитив, хотел, ну, отражаться так, что давайте жить дружно, кот Леопольд такой, вот, но в то же время, когда я выхожу на сцену, вот, например, в тоже там спектакль «Город мимов» у нас есть, вот, если бы режиссер не поставил какие-то определенные рамки и не было временных рамок, я могу не слезать со сцены несколько часов, потому что и я знаю, что люди будут сидеть, смотреть, они будут смеяться, им будет круто, им будет кайфово, вот это и есть призвание. И когда хорошо и тем, и другим, когда и хорошо и тебе, ты получаешь удовлетворение от того, что ты делаешь, и хорошо тем, кто на тебя смотрит. Почему человек, когда находится в своем таланте или в призвании, он максимально красив этот момент? Да.
Он максимально, потому что все вот это божественная искра, она раз, и она проявляется. Какие у тебя были проблемы, вот, когда ты все равно шел к реализации своего призвания? Вот в чем они заключались? То есть, я так поняла, зажимов никаких у тебя не было. Не, было, было, было. Было? Конечно, было. А мне показалось, что вот прям с детства. На самом деле, вот с самого начала вы начали говорить, в нашей стране, да в принципе, наверное, везде, актерская профессия, вообще любая творческая профессия, она может рождаться только из-за того, что это призвание. Потому что... То есть не благодаря, а вопреки, да? Да. Вот, потому что это годы бывают нищенского практически существования. Да. Это годы могут быть непризнанности, невостребованности, просто масса всего. И только благодаря тому, что это твое призвание, ты не можешь иначе, ты остаешься в этом. Почему вот художники, да, которые умирали в нищете, в забвении, абсолютно никому неизвестные, а сейчас их картины стоят сотни, там, десятки миллионов долларов. Почему они это делали? Ну, он мог пойти бы и сделать что-то другое. Копать, например, или сено косить. Получал бы деньги, ел бы, жил бы. Но он не мог это делать, ему нужно было писать. Да. Вот это, и вот как это музыкант, ты не можешь не делать эту музыку. Ты не можешь, она внутри тебя есть, ты должен ее сыграть. И ты понимаешь, что если люди ее услышат, что что-то необыкновенное произойдет внутри. Ты понимаешь, что она необходима этому миру. И то же самое со спектаклем, с каким-то сценарием. Ты понимаешь, как он необходим этому миру. Ты делаешь это, ты вот, и вот эта магия сцены, которая происходит, этот обмен какими-то сердцами прямо здесь и сейчас. То есть кино все равно это такой момент записанный, сделанный. Он тоже классный, он необходимый, я это обожаю, это тоже часть меня. Но что происходит в театре, вот эта вот магия сцены, когда какая-то такая атмосфера общая образуется, и вы во что-то такое все вместе попадаете в какую-то в другую реальность. И это необыкновенно, и то, что те струны души, которые невозможно затронуть при разговоре еще какими-то способами и методами, то творчество, оно может так глубоко проникать в человека. И просто взять, может быть, я не знаю, он не знает, куда ему ехать на машине, настолько, не знаю, грязное стекло, а ты берешь и просто как будто бы, не знаю, протираешь рукой вот это стекло, и человек вот прям, ну, видит точно, ясно, надо же было так вот сюда повернуть, и это так просто и так понятно, и простым языком. А, Полин, скажи, вот вы верующие люди, не номинально, да, вот просто относящиеся к какому-то культурному слою, там, не знаю, традиции, а вот вы пережили встречу в свое время в жизни. Скажи, пожалуйста, вот думала ли ты о том, что если бы ты не пережила эту встречу, то, может быть, твое творчество, оно не было бы таким важным в этом мире, как после этой встречи? Уважала ли бы ты вот свое творчество без этой встречи? Потому что, вот, ну, я скажу, скажем, как человек, который больше через изобразительное искусство вот, исследовал тему творчества, и даже учась в специализированных институте, там, в колледже и так далее, я понимала, что я не хочу ходить на какие-то выставки, просто принципиально. И я бы даже сказала, что там 90 больше процентов того, что я не хочу видеть. Я понимала тоже, что художники — это окно в либо мир человеческих чувств, призма такая, либо даже больше действительно духовный мир. И 90% вот того, что демонстрируется, это не то, что меня радует. Вот было ли у тебя такое, и был ли вот такой вот переход твоего понимания творчества, насколько оно необходимо с его посланием? Или все-таки вот жажда вот этого выражения, она была сильнее, и как бы каждый должен вот выразить то, что у него есть в сердце, если у него есть вот этот набор энергии? Ну, я немножко по-другому смотрю на этот вопрос. Для меня это даже не вопрос самовыражения. Это вот как вот процесс, вот бабочка, гусеница была, и она стала бабочкой. Она не хочет выразиться в бабочку, она просто по-другому не может. Она ей становится ей и все. Это как какой-то, не знаю, сила жизни какой-то. Вот она для меня, это то же самое. Как вот цветочек посадили, он расцветает. Это то же самое. Он не хочет выразиться в цветочек, он не хочет им быть и не мечтает об этом. Это просто вот происходит и все через тебя. Когда ты открыт к своему, не знаю, там, призванию, творчеству. И для меня момент вообще творчества, я смотрю на это так. Я считаю, что любой талант и любое творчество, оно от Бога.
потому что невозможно так искрить, сиять, иметь такой необыкновенный потенциал, иметь такую, быть, так настроить свое ухо, чтобы слышать духовный мир, так настроить свое сердце, чтобы понимать какие-то духовные вещи. Вот. И я считаю, что настоящее творчество, оно всегда от Бога, и любой человек очень талантливый, это приходит талант от Бога. Другое дело, конечно, это может трансформировать человек сам, это может использовать в каких-то негативных целях и так далее. Но на самом деле, я думаю, что такое творчество, оно не длится долго, потому что каждый человек ищет что-то вечное, ценное. Вопросы вечности волнуют каждого человека. Почему чье-то творчество кого-то так сильно цепляет? И никто не задается вопросом, там, верующий он, неверующий, я верующий, неверующий. Вдруг ты что-то встречаешься, ты что-то видишь, и переворачивается все внутри. И ты что-то о себе понимаешь, какое-то откровение, какое-то открытие. Поэтому для меня важно в творчестве, наверное, духовность человека. Потому что, может быть, человек на уровне как бы мышления и мозга, может быть, он не относится к какой-то религии или еще чему-то, но его сердце, оно открыто каким-то таким божественным вещам, оно открыто к божественной любви, оно открыто к людям, и где-то мотивация внутри человека, потому что вот мы смотрим какие-то полотна, и мы восторгаемся ими, и они сквозь сотни лет проходят. Что двигало этим человеком? Или какая-то музыка, или еще что-то. Поэтому для меня самое главное, не знаю, это талант. Не, ну есть откровенно, скажем, там, там негативно заряженные какие-то вещи, да? То есть, ну опять-таки, это вот тот момент, о чем... Когда человек, ну, просто развернул это русло. Когда он просто развернул это в другую сторону. Да. То, что я все-таки хотела сказать, да, вот именно все-таки в твоей жизни, как бы ты, я так понимаю, как и Кирилл, осознанно все-таки стремились именно к тому, чтобы привнести что-то хорошее, даже до того, как вы уверовали, и, наверное, более осознанно это происходило после. Да, мы быстро пришли к Богу, наверное, через полгода, как мы поступили, я еще ничего не успела натворить, поэтому у меня все какое-то, да, всегда, ну, как бы, то, что есть в моем сердце, то есть это никогда не то, что я там, давай все про Бога там делать, и детские спектакли мы делаем про гадкого утенка, и про Жанну Д'Арк, ага, делаем спектакли, и в пантомиме там, и так далее. Но все, в этом есть какие-то важные вопросы, которые мы внутри спектакля обсуждаем, и на которые я хочу поговорить со зрителем, или я хочу высказаться там, и так далее. Наш вопрос о творчестве, о призвании заходит уже в такие, можно сказать, глубины, когда мы говорим именно о подлинном смысле призвания, когда ты решаешь, что для тебя важнее. Важнее, ну вот, в общем-то, нас тоже об этом говорили, любить себя в искусстве или искусство в себе. В данном случае мы говорим не именно про искусство, а мы говорим именно о настоящем подлинном творчестве, которое есть, на мой взгляд, поиск истины. Поиск истины и действительно, как эта истина преломляется именно через свое сердце. И для меня вот это послание, поиск истины, оно очень связано с Нагорной проповедью. Да. Потому что Иисус сказал: «Блаженны ищущие правду, потому что они Бога узрят». И как раз правда, вот, ну, не в понимании вот таком локальном, а в понимании именно истина, вот сквозная такая, вот то, что незыблемо, то, что является сутью вещей, вот подлинным содержанием вещей, это и является вот открытием Бога. И Бог ищет таких людей. А творчество, оно очень важно именно то, что любую истину, любую аксиому, там, какую-то часть жизни гораздо интереснее, ярче и полнокровнее можно узнать именно через историю. Да. Это правда, что любой образ художественный или творческий образ, он гораздо сильнее говорит к человеку, чем сухое правило какое-то, там, 1+1=2. Россия и вот русскоговорящая наша культурная среда – это очень сильная часть человечества, мне кажется. Не зря поэтому русских философов, русских писателей очень ценят и уважают интеллектуалы в мире, потому что это творчество, которое
не просто описывала житейскую часть бытия. Это творчество, в котором люди находились в постоянном диалоге и соотношении своей жизни с принципами Бога, с его требованиями. А возможно ли быть, вот как в романе Достоевского, да, там, возможно ли быть проституткой и при этом быть более близко к Богу, чем, может быть, приличный буржуа, который жил в это время? Поэтому вот что вы ставите как задачу вашего творчества сейчас, будучи руководителями театра сотворения? Что является вашими спектаклями или вот вашим генеральным посланием? Как вы его характеризуете? У нас нету какого-то генерального плана, по которому мы идем. Вот, мы... Вообще, мне кажется, творческий человек, на самом деле то, о чем у вас немножко такая дискуссия тоже возникла, творческий человек не может задаваться вопросом, это я вот правильно это сотворил или неправильно сотворил. Он просто это творит и все. И только благодаря тому, что у него внутри, от этого получается или положительный какой-то результат, или заряжено, да, или заряжено положительно, либо отрицательно. И в театре тоже, когда мы ставим спектакли, когда мы ставим какие-то миниатюры или скетчи, там, что бы то ни было. Вот, мы в первую очередь, что мы хотим? Мы хотим, чтобы это трогало нас, чтобы это тронуло людей. То есть мы хотим им что-то донести, что-то рассказать. А что именно примерно? Вот какого плана истории вы рассказываете? Ну вот, например, последний спектакль, который мы поставили, он называется «Дорога к Богу». То есть вообще вот самый, вообще что ни на есть, казалось бы, христианский. Я пожалела о таком религиозном названии, конечно, очень сильно. А как бы назвала сейчас? Не знаю, «Дорога к себе», я бы написала его. Да. Вот, и он весь спектакль состоит из монологов персонажей наших классиков. Там и Достоевский, там и Лесков, там и Островский. И их персонажи все, они очень много размышляют о себе, о Боге, о вере, о любви. Прощении. О прощении, да. И на самом деле там есть вообще все. Вот. И это настолько тронуло и нас самих, и Полину, она автор сценария, и автор вообще идейный вдохновитель этого спектакля, и режиссер. И настолько это захватило и нас, артистов тоже. Вот. И мы вот это сотворили и сделали, и мы не могли сделать иначе. Ну вот так вот. Когда мы ставили спектакль «История о гадком утенке», тоже, казалось бы, сказка и сказка, мы тысячу раз ее слышали, видели, знали. А когда вдруг ты открываешь реальный текст и начинаешь... Проигрываешь все... его ногами, да. Говоришь этими словами, ты все другими красками играешь. Да, ты вдруг видишь раз, и совершенно иные глубокие вещи. И взрослые начинают видеть в этом себя в детстве, да, как да, его не принимали, да, как, да. Как он выходил во двор, а с ним никто не играл. Причем без каких-то видимых причин. Да это даже не детское. Вот... Это не детское. Абсолютно, вы знаете, да. Что Андерсон тоже страшно самое... обижался, когда его называли детским писателем. То же самое происходит вокруг и рядом. Мы кого-то можем не принимать, кто-то становится изгоем. Вот, и у нас есть такое... А на самом деле он лебедь. Да, и у нас даже есть такой, это чисто между нами, но или, может быть, даже у меня такой, есть такой эпиграф этого спектакля «Возлюби ближнего, как самого себя». Просто потому что человек, вот то, что вот он иной, вот он не такой, как все, и все. И в этом весь источник его был, бед каких-то там, несуразиц и так далее. Просто потому что он не такой, как другие. Причем не как просто другие вообще в обществе, а как другие в маленькой узкой субкультуре. Угу. Да. На птичьем дворе. Да, где как раз это и работает, по сути дела. Одного дома, да. Ты вышел в другой дом, и ты уже все. Вот. Я и очень, тоже, да, люблю. Да, как это получается? Как это рождается у нас? Почему мы эти истории берем? Почему рождаются такие спектакли? Только лишь потому, что это есть у нас внутри. Это отзывается в нас, и это выражается через вот такое творчество. Вот и все. То есть, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, человек, который творец, который творит что-то, да, вот, занимающийся творчеством, он не спрашивает себя, это я вот хорошо сейчас сказал или нехорошо сказал, правильно или неправильно выразился. Он просто берет и творит, потому что его это трогает. Слава Николаевна Крючкова, когда я работал в ее театре, она часто очень приводила слова Товстоногова. Она говорила, что он всегда упоминал и всегда говорил, всегда напоминал, что ставить нужно только то, мимо чего не можешь равнодушно пройти. Вот и все. Вот это вот и ответ творческого человека. Он не может равнодушно пройти мимо вот этих вопросов. Да, он вчера про это делает. Интервью Полунина смотрел, он говорит, делать нужно только то, что, от чего внутри дзинькает. Дзинькает, да. Дзинькает. А дзинькает у всех по-разному. И то, что
Конечно, возможно, то, что мы стали, невозможно, скорее всего, то, что мы стали верующими, все, в нас внутри Бог, в нас внутри свет. Мы хотим этим светом делиться, хотим чем-то, ну, важным, драгоценным, конечно. Вот. Кто-то делится другим. Есть художники такие, что прям ужас, прям страх и страх, ну, вот и трепет. На самом деле, сейчас же, видишь, целая дискуссия тоже в обществе, насколько там мат, там раздетые люди, насколько вообще вот это оправдано. То есть, если ты не можешь без того, чтобы у тебя голые люди бегали по сцене, выразить свою идею, и это прям так необходимо, может быть, это не то послание, которое нужно говорить. Ну, я думаю, вот это вот оправданность, не в послании, а в нотке скандальности и резонансе, эпатажи, которые это произведет. Друзья, мы поняли, что призвание — это, с одной стороны, просто, а с другой стороны, непросто. Главное это... быть честным с самим собой. Вот. Быть честным с собой, с теми, кто тебя окружает, и стремиться продолжать быть честным. Вот. Вот это самотестирование. А в чем все-таки благость найти свое призвание? Путь непростой. А благость, ну, наверное, как попасть вот в этот пазл, то ты сошелся и все с ним. А не то, что ты как маленький пазлик болтаешься, там вообще никуда себя вообще не пришить, не приделать. Когда ты понимаешь, что ты встал вот просто идеально куда-то. В картину. В картину. И добавил в нее краску вот Кирилл жизни. Сказал, что твое вот призвание – это то, что ты, во-первых, хочешь делать, любишь делать, тебя это заряжает, то, что ты готов делать даже без денег. Да, да. А вот если человек, ну, у него совсем маленький такой росточек вот этого вот позыва, и он реально боится оставить свою благополучную, там, налаженную жизнь, свою там достаточно финансово обеспеченную работу, вот есть ли у вас к нему пожелание? Есть. Какое? Ко мне часто подходят люди, говорят, вот ты знаешь, а я вот тоже чувствую, я мог бы играть, я чувствую, я актер или я актриса. Я вот как ты считаешь, вот стоит мне, не стоит, вот надо, не надо. Я говорю простую вещь, просто не надо ничего бросать, не нужно делать резких движений, найди театральную студию для взрослых, их в Петербурге уже есть не одна, и не две, и даже не пять, иди и попробуй. Не нужно просто сразу брать и срубать весь лес, потому что что-то там, не знаю, ежики завелись. Ну вот, нужно просто взять и сделать. Я знаю, например, есть студии замечательные. Человек идет туда, за 3 месяца он там занимается, по вечерам, там 2-3 раза в неделю. Они ставят спектакль, он играет этот спектакль для своих друзей, знакомых, мамушек, бабушек, там, дедушек и так далее. Он самореализовался. Душу отвел, успокоился и, вдруг, и забыл. И вдруг все становится нормально. А если это его призвание, то он поймет, что он оттуда просто не захочет больше выпрыгивать. Вот никогда. Да. Вот как вот Полина говорила в самом начале, просто ты не можешь иначе, и все. Вот и все. Нужно, не нужно все ломать, все бросать, все, теперь побежали, и все, теперь буду так делать. Нет, нужно взять и начать, и попробовать. Маленькие шаги, шаг за шагом. Да. Не бояться, попробовать. Друзья, я думаю, что это вот главный итог нашего сегодняшнего общения, во всяком случае, один из итогов для меня. О том, что вы всегда, когда, сколько бы вам ни было лет, на каком этапе бы вы жизни ни находились, вы можете попробовать что-то новое, вы можете открыть в себе, в близких какие-то особые грани, таланты, и не надо этого бояться. Вот как сказал Кирилл, как говорила Полина, пробуйте, не надо кардинально все сразу отменять, ломать, но вносите в жизнь новые краски, правильные смыслы, и чтобы ваше творчество, ваша жизнь была действительно правдивой. Будьте благословенны. Это была программа «Жизнь призвание». У нас в гостях Косовы, семейство, руководители целого театра сотворения Кирилл и Полина. Всего доброго, пишите нам, звоните, ваши отклики на эту программу, какие мысли у вас появились, есть ли у вас вопросы, мы будем рады ответить на каждый из них.